Сегодня у нас 14 ноября 2017 года. Вот познакомились мы в Америке. Он нашел меня по откровению, как он говорит. Во сне ему было сказано меня найти, пятидесятник в третьем колене. И он сразу пожелал иметь наш изданный наш Новый Завет, полный с толкованием святых отцов. Ну, я приложил туда к истинному православию. Возом туда с почтовыми расходами, это обходится $200 ровно. Ну, сейчас Володя поедет на работу и заберет. Отправит. Леонтий, Леонид, правильно. Не знаю, как будто имя-то одно. Сейчас снежок выпадает. Положили журналы наши церковные, одну иконку. Сильно расположены, сразу решил купить наши книги. Вот он, Володя, выходит. Что-то побежало еще. Утро раннее, но уже все высвечивает. Все видно. Дальше вот здание какое-то построили. Тут купили дома. Ну, дом один или два тут стояли. Простые. И построили какую-то компанию ветеринарную. А за ней прямо вплотную там музей истории искусства. Это бывший краевой суд, где меня судили. А это здание построено большое, кирпичное, двухэтажное. Инженер тут на рудном заводе, или где работал, ну, еще в царском режиме. Дом стоит монументальный, как церковь какая-то. Вот так. И вот Господь меня провел через эти закоулки. Все вспоминаю тут и... Позволил Господь издать Новый Завет с толкованием, с откровением. Это впервые за 2000 лет такое издание вышло. Впервые. Каждая книга 752 страницы. От Матфея с евреями вместе послание. И 437, что-то вот это вот колебание идет. С откровением по апокалипсис толкования собрал. Володя там что-то делает. Я сказал убрать. Там привезли отработку, и она тут на улице стоит и перед глазами мозолится. И он сразу решил убрать. Вот так. Вот, пошел на почту, почтовые расходы, какие все это включается в эти суммы, которые дают. Больше-то не издать никогда. Сегодня все речь идет о миллионах, как будто это рубль какой-то. И издать невозможно. Тогда-то было как, тут Господь так делал, люди помогали, не издать бы самому никогда. Все-таки 38 книг. По 1000 экземпляров. 38. Из них 5 были переизданы. Уже экземпляры увеличилось количество в несколько раз. Ну и еще 7 книг в интернете, в интернетной версии. Сходил, узнал, не издать никогда. Это невозможно. Что-то Володя копается там долго. И вот кто знает наши книги, выписывает.
Это она, я считал, по скольки параметрам, можно сказать, чем, во-первых, в одном комплекте три тома, чтобы с откровением этого не было, ни в восточной, ни в западной церкви, никогда не было. Тем более 434, кажется, страницы занимает только толкование откровения. Это очень хорошее, это первое. Второе. Все разнесено по новым главам и стихам. И каждый стих обозначен главой и стихом. Это второе. Так тоже не издавали Фифилакта. Второе что? Третье, это можно сказать уже. Места эти, как выделены, во-первых, главы, стихи, все как положено. А кроме того, выделены слова крупным шрифтом, жирным. Выделены. Где говорится о проповеди, о любви к Слову Божию. Вот уже третье качество, которого никогда не было. Четвертое. Мы признаем лучший иллюстратор Библии Гюстав Доре. Он за 180 лет. Мы первые, кто раскрасили все до одной 230 иллюстраций. И они помещены в книге по 80 в каждом томе. А в последнем еще 10 картин наших отечественных, классика. Итого 240. Притом картины... Вот я и гравирую там репродукции в полный лист, без полей. Вот 4. Ну, это все в твердом переплете, на офсетной бумаге. Фотографии, где фотографии, это эти вклейки называются, на мелованной бумаге. Это не берем уже ничего. Дальше с закладками. За этого я никогда нигде не встречал. Вот 5. Дальше. Я даю комментарии. Это 6. Комментарии на выделенные места. 297 комментариев, большие и маленькие. Согласно Слову Божию, трудов святых отцов, канонов церкви и житий святых. И все это приближено к сегодняшним дням. Это вот в нашем издании, насколько это разница с другими, где как. Вот я покажу, сейчас вот у меня они лежат здесь. Вот они лежат на полке. Как раз их сейчас Володя понесет и отправит. Вот они лежат. Кругление корешка. Вот минимум по 6 параметрам для удобства пользования. Что-то он там долго. И вот выписывают. Отправлены книги были в разные страны. И в Испанию, и в Италию. И мы проехали 600 городов и районных центров. 600. И везде я подарил их. Ну, подарил везде по все 38 книг. Это полный комплект. 750 евро стоит. Ну, а 750 евро... Тысяч, это 750 тысяч евро. Ну и евро 750. Да умножь теперь еще, какая она там, 65 или сколько, 70 за 1 рубль. Куда это потянет? Сколько миллионов-то? Тут даже и говорить не надо. Это 600 экземпляров мы подарили. Володя пошел и не видать. Это мы подарили. У меня 600 благодарственных, или как сказать, бумаг, где мы проехали. Подарили везде от Владивостока, порт Находка были, и Лиссабон. Это мы за несколько лет проехали. Все было очень непросто. Это... Ну, не на один день сокровища. Наши книги, вот эти, 38, в Москве, библиотеке имени Ленина. Но оттуда не изъять даже самым злобным людям, которые на нас злобятся. Ни Дворкин там, там ни Патриарх, ни Путин, никто их оттуда не вытащит. Никто. Дальше в Парламентской. Там тоже крепко держатся они, их поняли, что есть. И в Исторической, в Москве в трех. Также в Киеве, Парламентской, Национальной, в Харькове. Ну, в основных городах, где есть.
Это на Украине, я про Украину говорю. Да Володя пошел с сумками своими. Вот оно. Господи, благослови его. Сегодня эти книги уйдут, а я пойду, он квиток прислал человека этот, Леонтий, что посланный, шифр 10-значный через Western Union, и ему сообщу. Но отсылает не в Америку, он там в Америке, тот человек, а у него жена в Украине, а он сам возвращается, скоро у него контракт там заканчивается. И удивительный человек какой. Всем, и сыну, всем сказал на наши ресурсы, они, говорят, больше никуда не идут. Всякую пакость где-то смотреть, а у нас такое все чистое. Ну и вот так вот. И думаю, что спрос большой будет, когда меня не будет. Кто-то лично не расположен или что-то. Вот так. Ну вот, пошел Владимир Александрович Пащенко. Теперь он пошел. Благослови, Господи. Берет с собой пилу. Сегодня, не знаю, взял, нет. Все на этом.